Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предстоит распаковка посылки на 4,5 килограмма от Яндекс.Маркета. Ассистент, приступаем! Можно ножичек положить. Положить. Можно его, не обязательно ничего с ним делать. Можно просто убрать его. Все, спасибо. Ассистент, мы вас ждем. Что это? Да, это чай. Доставай. Black Classic. Да. Это акция была. 3 по цене 2. У нас как раз запасы закончились. Чая. А это? Это Липтон. Эрл Грей. Это Липтон. Тебя это радует? Да. Ты любишь? Я Липтон люблю. Да? Да. А, это подожди, это другой чай. Это Липтон тоже. Royal Ceylon. Ну, следующий доставай. Это вид другой. Ты будешь это перематывать по-русски? Yellow Label. Третий вид. Перематывать по-русски, это что значит? Эрл Грей, нет. Это тоже Эрл Грей, это уже было. Это было. Черный чай. Это тоже было. А это что? Yellow Label. Желтый лейбл. Этот Royal Ceylon тоже было. Еще Эрл Грей. Был. Это кто? Royal Ceylon. О, Ceylon'а больше всего. А, и лейблов тоже много. Это... Новый. О, экстра крепкий. Крепкий. Экстра крепкий. Давай. Тоже экстра крепкий. И тоже экстра крепкий. Ну, все по три. В общем, сколько видов-то? Раз, два, три, четыре вида. Нет, раз, два, три, четыре, пять. Пять видов по три штуки получилось. Вот. Да. Ахмат. Как вы относитесь к чаю? Хорошо. Я чай каждый день пью. Ага, вот таких вот. Ну, только обычных, а это новые. Я Липтон никогда не пробовала, и вот этот чай. Ты же сказал, что он твой любимый. Ну, я пробовала, но не самодельный. В смысле? Так он и не самодельный. Ну, я в бутылке не пробовала. Я в бутылке пробовала, но так не пробовала. А, все, понятно. В бутылке, понятно. Да, Липтон, фруктовый чай. И экстра крепкий тоже не пробовала. Угу. 100 пакетиков. В каждой упаковке 100 пакетиков. Вот такие вот, у нас вот будут гигантские запасы, но мы все активно пьем чай, поэтому... Запасы быстро закончатся. Быстро, месяца на 4, наверное, хватит, uh-huh. да? Ну ладно, спасибо большое за внимание и до свидания. До свидания.